зависимости, были бы независимые, да. На самом деле, отмечали, раньше отмечали, а сейчас уже не до праздника. В стране война, каждый день вот страх, в городе такое творится, каждый день такое говорят, что вот так соберись и беги отсюда, а куда? Праздник. Вы его отмечали раньше и будете ли? Ну, конечно, когда празднование идет, да, хорошо на площадь сходить, посмотреть концерт. Скажите, интересно. Ваше отношение было таким всегда или оно изменилось ввиду последних событий? Независимости нет, но почему? Украина еще пока существует, поэтому праздник есть и пока существует, пока еще официально ничего не принято. Сложно сказать. Никак, в общем-то. Никак, да? Да. Ага. Скажите, вы праздновали раньше его? Нет. И сейчас не будете праздновать? Нет. Независимость, какая может быть независимость? Мы 6 тысяч, все зависимы друг от друга. Какая независимость? Государства нет. Какая независимость? Вы раньше праздновали этот день? Я вообще не праздную праздники. Я не вижу жизни в этой обстановке. Mm. Какие праздники могут быть? Хорошо отношусь. Вы праздновали раньше этот день? Конечно, праздновали. Когда? А сейчас будете праздновать? А сейчас мы будем в дороге. Очень сложные дороги в Киев. Так что я не знаю, как мы доедем в День независимости в Киев. Ну, а скажите, ваше отношение к этому дню изменилось как-то ввиду последних событий? Да, конечно, не изменилось. Просто страшно стало жить и все. Какая независимость может быть сегодняшний день? Кого вы считаете независимыми? Восточную или Западную Украину? Кто должен отмечать? Ну вот мы вот спрашиваем об этом у вас. Сейчас как вы считаете? Вот когда была страна единая, вот тогда это был праздник. А сегодня это траур, а не праздник. Независимо с чего? Какого государства? Ну, вы раньше праздновали этот день? Ну, как-то воспринимали, конечно. А сейчас уже Украине. Не будете праздновать? Ну, а как вы считаете, сейчас то настроение, чтобы праздновать, когда гибнут люди вокруг, дети? И, наверное, то есть, ваше отношение изменилось, да? Ну, конечно, изменилось. Надо мир. Чтобы праздновать независимость в стране, нужен мир. Положительно отношусь. Вы отмечали этот праздник раньше? Да, отмечала. Собирались с друзьями, гуляли по городу, парады смотрели. Все очень нравится. И будете отмечать в этом году? Буду отмечать в этом году.